Здравствуйте, с вами Константин Евгеньевич. Сейчас мы попробуем разобрать следующую задачу. Давайте посмотрим ее. Задача номер два. Обыкновенно говорят, что Солнце восходит на востоке и заходит на западе. Так ли это на самом деле? Для того, чтобы разобраться с этой задачей, воспользуемся электронным планетарием Stellarium. Давайте перейдем в эту программу, посмотрим. Управлять панорамой можно с помощью мышки. Я зажму левую клавишу мыши и буду перемещать мышь. При этом у меня перемещается сама панорама. Если воспользоваться колесиком мышки, то я могу отдалить, либо наоборот приблизить эту панораму. Посмотрим следующие настройки. Нам необходимо будет добавить несколько вспомогательных линий. Для этого я смещусь в левую часть экрана. У меня появится дополнительное меню. Здесь я выберу окно настроек неба и наблюдений. Это же можно сделать, нажав клавишу F4. Появится окошко, в котором необходимо выбрать вкладку обозначения. Я выберу следующее обозначение. Во-первых, мне необходимо обозначить точки зенита и надира. Зенит — это точка, которая находится вертикально над нами, а надир — точка, находящаяся у нас под ногами. Но так как мы находимся на Земле, то мы увидим лишь поверхность Земли. А если бы мы находились бы в космосе, то могли бы увидеть какие-то звезды, например. Далее. Я обозначу линию горизонта, она нам еще пригодится. Следующее, я обозначу линию меридиана. В астрономии меридианом обозначается линия, которая проходит через точку юга, точку зенита и проходит через точку севера. Если можно было посмотреть, вот она. Значит, следующая необходимая линия, которая мне пригодится, будет первый вертикал. Первый вертикал – это дуга большой окружности на небесной сфере, которая проходит через точку востока, проходит через зенит, запад и проходит под горизонтом через точку надира. Следующее, что мне понадобится, это, пожалуй, будет линия эклиптики. Эклиптика – это линия, по которой Солнце перемещается в течение года. То есть это траектория годичного движения Солнца. Не стоит путать с суточным движением Солнца на небесной сфере, которая связана с вращением Земли вокруг собственной оси. Итак, из этих настроек, пожалуй, наверное, все. Давайте посмотрим в окно. Главное окно программы. Первое, что нам бросается в глаза, мы видим, например, что на этой линии эклиптики непосредственно находится Солнце, ибо оно по ней перемещается. И на этой же линии, примерно на ней, находится Луна. На самом деле это является не случайным. Почему? Потому что для наблюдателя на Земле эклиптика – это линия перемещения Солнца. А на самом деле, если рассмотреть Солнечную систему со стороны, то эклиптика – это линия, которая образуется орбитой Земли. Земля вращается вокруг Солнца по этой орбите, и большая часть планет находится примерно в этой же плоскости. И большая часть спутников планет также вращается примерно в этой же плоскости. Это связано с законом сохранения момента импульса объектов Солнечной системы. Следующее. Сейчас мы можем посмотреть следующий момент. Значит, мы можем увидеть, если приблизим Луну, мы можем увидеть ее фазу. В данный момент это первая фаза Луны. Напомним, что вторая фаза Луны, значит, после новолуния. Значит, если мы достроим здесь вот такую палочку, поставим, она будет напоминать нам буковку R. Это фаза растущей Луны. То есть следующая фаза будет полнолуние, когда будет виден полный диск Луны. Перемещаясь по линии эклиптики, мы видим здесь Венеру. Очень хорошо ее будет видно в вечернее небо, но вот планетарий отображает ее даже в этот момент времени. Если приблизить Венеру, то на удивление мы увидим следующее. Мы увидим, что наблюдается также фаза Венеры. И мы видим, что фаза Венеры совпадает с фазой Луны. То есть здесь такая же растущий месяц Венеры. На самом деле ничего удивительного в этом нету. Ибо и Луна, и Венера сами по себе они не светят, они лишь отражают солнечный свет. И вот при этой конфигурации мы видим, что у нас на небесной сфере справа находится Солнце, Венера и Луна находятся слева от нее, и, соответственно, освещены лишь те половины этих небесных тел, которые обращены к Солнцу, а противоположные находятся в тени. Следующий момент. Значит, давайте действительно вернемся к задаче и посмотрим, в каких точках восходит и заходит Солнце. Для этого мне необходимо будет воспользоваться настройками времени.
Я снова смещусь в левую область экрана, выберу окно даты и времени. Это же можно сделать, нажав клавишу F5. Значит, поступим следующим образом. Я оставлю текущий момент времени, но отмотаю время назад. Я не буду пользоваться бегунком времени, чтобы не устраивать здесь чехарду небесных объектов, а буду с шагом в 1 час перемещать время назад. Значит, давайте мы повернем окно планетария. И вот мы видим, Солнце приближается к востоку, но это обратный ход времени. И вот здесь получается момент времени, когда происходил восход. Значит, время чуть-чуть запустим вперед. Теперь я уже минуту добавляю. И наблюдаем восход Солнца. Вот он, вот Солнце восходит. Причем мы видим, что на текущий момент, это 31 марта, в данный момент здесь поставлено, Солнце восходит не строго в точке востока, а несколько севернее ее. Давайте попробуем посмотреть следующий момент времени. Интересной датой является момент весеннего равноденствия. Он приходится на 21 марта, поэтому давайте мы поставим здесь 21 марта и попробуем пронаблюдать восход Солнца, когда это было. Значит, время сейчас выставим. На широте той географической точки, в которой мы находимся, вот мы видим, что пересечение линии горизонта, вот она, происходит здесь примерно в точке востока, да? Значит, ну если вот мы сместимся, например, 20 число поставим, 20 число, то вот здесь вот, ну вот более точно получается, да, то есть на самом деле момент равноденствия не точно попадает на 21 марта. Запомним этот момент, значит, то есть действительно в момент весеннего равноденствия Солнце восходит действительно в точке востока, и давайте проследим за Солнцем, посмотрим, где же оно заходит в этот момент времени, в этот день. Значит, для этого переместимся чуть-чуть в будущее. Значит, чтобы мне не мешала линия горизонта, я уберу ее. Точнее, не линия горизонта, а пейзаж. Для этого можно воспользоваться клавишей G на клавиатуре, либо вот здесь вот в нижнем меню нажать землю и убрать ее. И чтобы мне не мешала земная атмосфера, мы можем ее тоже убрать. Нас интересует момент пересечения горизонта. Это и есть момент захода. Значит, давайте посмотрим, что здесь будет происходить. Вот мы видим, что Солнце действительно уходит за горизонт в момент равноденствия примерно в точке запада. А что же будет происходить в другие моменты времени? Давайте мы, например, переместимся на несколько месяцев назад. Вместо марта я выставлю, например, февраль, или еще лучше, ну, пускай это будут последние дни января, и посмотрим, что здесь происходит. Значит, проследим, когда, где Солнце восходит. Вот момент восхода Солнца. И мы видим, что Солнце восходит в юго-восточной части небесной сферы. А где же происходит его заход? А вот и заход Солнца. Заход Солнца происходит в юго-западной части неба. Итак, зимой Солнце восходит не на востоке, а восходит в юго-восточной части горизонта и заходит в юго-западной. И чем ближе мы к моменту зимнего солнцестояния, тем ближе эта точка к югу. Более того, в полярных областях наблюдается такое явление, как полярная ночь, когда Солнце вообще не восходит. Давайте мы на широте города Мурманска, находящегося за полярным кругом, посмотрим это явление. То есть это можно, для этого можно переместиться в первые дни января. Ну вот, например, там 5 января, для примера, посмотрим. Значит, и посмотрим, где же там Солнце. Посмотрим, как оно перемещается. Значит, примерно 12 часов дня по местному времени. Значит, Солнце находится под горизонтом. Еще час. Солнце также находится под горизонтом. Еще плюс час также под горизонтом. Оно не восходит. То есть у нас получается, наблюдается сумерки. Вот если мы включим линию горизонта и включим атмосферу, то видно, что наблюдается такое сумеречное состояние. А Солнце находится где-то под горизонтом. То есть видно вот зарево в южной части неба, но Солнце не пересекает область горизонта. А наоборот, на этой же широте, на широте города Мурманска, переместимся в летний месяц. Значит, мы выберем, например, месяц июль. Или, да, пожалуй, месяц июль. Значит, и проследим за движением Солнца.
Значит, вот у нас наступают вечерние часы. Вечерние часы. Солнце приближается максимально близко к горизонту. Вроде бы оно касается его. И вот оно на севере, но... Давайте, внимание, уберем мешающие нам строения и деревья, уберем все это. Значит, и мы видим, что солнце не пересекает линию горизонта. То есть оно вообще является незаходящим светилом в летние месяцы за полярным кругом. То есть наблюдается полярный день. Итак, значит, вернемся к тексту нашей задачи. Значит, то есть правильно ли, что солнце восходит на востоке и заходит на западе? Вообще говоря, это не так. То есть это справедливо лишь для момента весеннего и осеннего равноденствия. В другие моменты времени можно сказать следующее, что в зимние месяцы солнце восходит в юго-восточной части небесной сферы, заходит в юго-западной части сферы, тем самым оно перемещается над горизонтом меньшую часть своей окружности, по которой оно движется в течение суток. А в летние месяцы наоборот, восход происходит в северо-восточной части небесной сферы, а заход происходит в северо-западной части небесной сферы, тем самым длительность светового времени суток больше. Давайте мы попробуем рассмотреть еще один интересный момент. Значит, раз мы начали наблюдать момент восхода и захода солнца, давайте проследим для какого-нибудь момента времени, как солнце восходит. Я выберу тот месяц на данной широте, когда солнце действительно восходит или заходит. Значит, приблизим линию горизонта и попробуем посмотреть, как происходит пересечение линии горизонта. Меня будет интересовать длительность этого процесса. Значит, ну вот давайте посмотрим. Вот в этот момент солнце примерно касается, диск солнца касается горизонта. И посмотрим, сколько времени понадобится ему для того, чтобы пересечь линию горизонта полностью. Итак, на часах у нас 7:47 по местному времени. Плюс 1 минута, плюс 2 минуты, плюс 3 минуты, плюс 4 минуты, плюс 5 минут, плюс 6 минут. Итого, диску Солнца потребовалось 6 минут для того, чтобы пересечь линию горизонта. Значит, рассчитали мы это для следующего. В древности, в Вавилоне и в Греции использовалась такая единица измерения длины, как стадия. У нее было следующее определение. Стадия – это расстояние, которое проходит путник в спокойном состоянии за время, пока диск Солнца пересекает линию горизонта. Давайте попробуем рассчитать, чему же равняется стадия. То есть, по нашим наблюдениям, у нас на севере Солнце, например, в марте месяце пересекает линию горизонта примерно за 6 минут. Давайте попробуем сделать расчет, то есть какое расстояние путник сможет пройти за это время. Считается, что средняя скорость пешехода составляет порядка 5 км в час, возможно, несколько меньше. 5 км это 5000 метров в часе 60 минут, поэтому мы разделим это число на 60. У нас получается 83,3 метра. Это такое расстояние человек проходит за одну минуту в среднем темпе. То есть примерно 80 с небольшим метров. И диск Солнца пересекает горизонт за 6 минут. Умножим вот это вот расстояние на 6 минут. Мы получаем оценку 500 метров. То есть если бы мы определили стадию здесь на севере, то стадия равнялась бы 500 метрам. Давайте ради интереса попробуем переместиться в область Греции. Значит, для этого нам необходимо воспользоваться окном местоположения. Я не буду выбирать здесь населенный пункт, а просто нажму на карте Грецию. Пускай мы будем здесь. Значит, так, давайте посмотрим. Да, у нас изменились координаты. Значит, давайте найдем диск Солнца и проследим за ним, посчитаем, за какое время оно пересекает линию горизонта. Значит, вот мы приблизим диск к горизонту. Ну, давайте засечем. Значит, местное время 6:24, плюс 1 минута, плюс 2 минуты. Ну, 2, пожалуй, 2,5 минуты возьмем.
Итого у нас получается 2,5 минуты. Как мы с вами сказали, что за одну минуту путник сможет пройти примерно 83 метра. Давайте мы возьмем 83,3 метра и умножим на 2,5 минуты. У нас получается расстояние порядка 200 метров. Как видим, такое определение стадии, как расстояние, проходимого путником за время восхода солнца, оно является некорректным. Несмотря на то, что, во-первых, у всех людей разный темп ходьбы, разная длина ног, они по-разному ходят, так еще и солнце по-разному на разных географических широтах в разные моменты времени тратит разное время на восход и заход. Отсюда следует, что такое определение не очень удобно. Добавим, что название этой единицы измерения легло в название, в частности, стадиона. Итак, мы с вами решили вторую задачу и заодно познакомились с некоторыми новыми терминами. Мы увидели, как можно в стеллариуме отмечать линию горизонта, отмечать первый вертикал и меридиан. Мы познакомились с тем, что такое точка зенита и точка надира. Также мы узнали, как можно было бы здесь моделировать вот такое вот явление, восход и заход. У меня на сегодня все, спасибо.